Спасибо, Раф. Что предшествует чему? Святость убегает от человека или человек уходит от святости? Ну, как ты видишь, то, что написано здесь. Душа, святость, она продвигается вперед и отдаляется от человека, и человек чувствует, что это его не притягивает, и он готов уйти. Так почему, собственно, делают это человеку в таком виде? Нет чего-то, что можно было бы сделать в ином виде? Я не знаю, почему. Я не знаю, какие счеты есть наверху. Это может прийти даже к самым чистым людям. Но он тут пишет, что если человек думает, что то он начинает какое-то действие, это неверно. Действие всегда начинается свыше. Как написано, «Я первый, я последний», так написано о действиях Творца.